Подарили конструктор, в итоге помогли определиться с будущей профессией. Собирая свой первый полицейский участок, Михаил Бадин понял, что хочет работать в органах. С тех пор прошло 4 года. Мальчик остался верен мечте. Смотрит документальные фильмы, в школе готовит доклады. Как она была создана? И какие самые древние были полицейские, когда наша страна называлась Русь. Рассказали школьникам о работе полицейского, показали форму сотрудников органов внутренних дел, от самой первой до современной. Необычная экскурсия в Одинцовское УМВД была познавательной. А вот это форма полицейского, это уже современная форма. Вы видите, наверное, сейчас на улице полицейских вот такой форме. После экскурсии ребят ждал приятный сюрприз – знакомство со служебными собаками. Кинолог Надежда признается, для нее подопечные как дети. С овчаркой Зариной работает 3,5 года. Очень с ней классно работать, она веселая, всегда готова на подъем. Новые помещения – прекрасно, новые места – отлично, новые люди – супер здорово. Мы любим обниматься, тискаться, целоваться. В работе она очень активная. Сидеть, лежать, голос – команд Зарина знает много, но специализируется овчарка на поиске наркотических веществ. Такие экскурсии для детей полицейские проводят регулярно. Целей сразу две: рассказать об истории органов внутренних дел и профориентация подрастающего поколения. Карина Еряшева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцово».